як тобі? Як сподобалось?» «Прекрасно, прекрасно! Але якщо ви могли би перетворитися на якого більш незвичайного персонажа?» «Ну це я можу!» «Ну що, карантин так карантин?» Сказав мой, подумал и начал эвакуацию. Песня из цикла «Приплыли» — это диалог зеленой мухи с зеленым мухом. Ну, зеленым в хорошем смысле слова, без всякой политики. Сейчас дожились до такого, что небо голубым не назовешь. В общем, диалог зеленой мухи с зеленым мухом. Ну что, отказ? Опять отказ. Подряд уже который раз категорично заявляет: в ковчеге места нет для вас. Кричу, нарушится цепочка, биологический процесс. А он уперся, нет и точка, не нарывайся на эксцесс. Но ты, лохматая блондинка, тебе устал я объяснять. Не заводи свою пластинку, пластинку надо поменять. Пускай плывут безумным ноем, удача будет, не помрем. Мы наш, мы новый мир построим, один всем путом под килем. Ну вот, пока ты замолчала, я расскажу про наш мирок. А перебьешь, начну сначала, пока не учишь урок. Тебе я тайну приоткрою, дерьмо не тонет, это класс. Ну, значит, праздник устроим, наш мир громадный унитаз. Вот так рождается планета, и это будет все для нас. Дерьмо, конечно, не конфеты, мы будем петь вонючий джаз. На нос прищепку я пристрою, чтобы убрать ненужный фон. А вот теперь, прошу внимания, вступает медный саксофон. Ну что, отказ? Опять отказ? Пускай плывут они без нас, пускай плывут они без нас, пускай плывут они без нас.